Осознаем ли мы то, что выражаем изменой? Для многих из нас измена является ночным кошмаром, а кто-то, наоборот, никогда о ней не задумается до тех пор, пока подобное происшествие с ним не случится. Мы говорим о боли предательства и горечи измены тогда, когда нам не все равно, когда мы ценим и дорожим нашими отношениями. Мы испытываем отчаяние, когда измена становится ответом на наши самые лучшие чувства. А для того партнера, у которого появляется соблазн изменить и возможность изменить, для него это становится душевным и психологическим испытанием. Потому что не всегда мы полностью осознаем, какие силы всколыхнулись внутри нас, какой внутренний зов может быть очень-очень важный, но который рискует реализоваться неправильно, так как это не сработает. И в психотерапии и в рамках самопомощи мы пытаемся понять наши чувства на символическом уровне, что нам обещают наши мечты и что из них в действительности может быть реализовано с другими партнерами, с земными людьми, такими же несовершенными, как и мы сами, а что на самом деле не может быть реализовано ни с кем.